10 декабря Дом-музей Владимира Ильича Ленина исполнится 95 лет. Здесь, в этом доме, с 1878 года по 1887 год жила семья Ульяновых. И сегодня мы расскажем о самых интересных экспонатах Дома-музея Ленина. Рояль, который занимает большую часть парадной комнаты дома, гостиную, в семье Ульяновых в шутку называли «десятым членом семьи». И поэтому Анна Ильинична Ульянова, помогавшая создавать экспозицию Дома-музея, особое внимание уделила подбору инструмента и подсказала заведующему музеем, какой больше подходит для экспозиции. Когда Андрей Тимофеевич Дворцов приехал в Москву, она порекомендовала ему этот инструмент. Но, к сожалению, он был в очень плохом состоянии. Не хватало клавиш, была испорчена и его столярная часть, струны отсутствовали. Но Анна Ильинична, указав на этот инструмент, сказала: «Возможно, мамин». Рояль был доставлен из Москвы в Ульяновск и тщательно реконструирован. Из гостиной сразу попадаешь в кабинет главы семейства Ильи Николаевича Ульянова, где обращаешь внимание прежде всего на стол. Его украшает письменный прибор на мраморной подставке, подаренный учителями Симбирской губернии в день 25-летия служебной деятельности, когда Илья Николаевич был уже действительным статским советником. До этого момента он пользовался обыкновенными чернильницами и перьевыми ручками. При создании экспозиции его передала в дар музею Анна Ильинична Ульянова. Под стеклом на столе лежит интересный хрустальный предмет с голубыми вставками. На нем инициалы ИН. Это печать «Везель», которая принадлежала Илье Николаевичу Ульянову, но появился на музее аж в 1967 году. И преподнесла ее музею Ольга Дмитриевна Ульянова, которая, разбирая предметы, вещи своего отца, наткнулась на эту печать и, поняв, что она именно принадлежит ее деду, передала в дар нашему музею. Во время чаепития семьи Ульяновых центральное место на столе в столовой занимал медный самовар. К сожалению, самовар Ульяновых в 1936 году был перевезен из Дома-музея в Центральный музей Ленина. Этот самовар был изготовлен Тульским заводом. И впоследствии тулики нашли родного брата этого самовара. И если самовар Ульянова, который уехал в Москву, имеет номер заводского выпуска 408, то у нас 409 номер. В доме музея Ленина хранятся подлинные столовые приборы из серебра семьи Ульяновых. Они пользовались ими во время обеда. И вазочки для варенья, которые стоят в экспозиции рядом с самоваром, тоже подлинные. Их передали Анна Ильинична и Мария Ильинична Ульяновы. Завершает экспозицию Дома-музея комната Владимира Ульянова. Самая маленькая и самая неудобная на втором этаже дома. Книжная полка была сделана Владимиром и Александром по одному чертежу из детского журнала. И когда создавался музей, Анна Ильинична, опять же, определила, какие эти полочки должны были быть. Ну а на книжной полке братьев литература разная. Если у Александра больше книг по естественным дисциплинам, то у Владимира Ульянова книги, конечно, о людях сильных, смелых, мужественных. Более подробно вы можете познакомиться с 10 комнатами Дома-музея Ленина во время экскурсии по экспозиции. 8 декабря ее посетят потомки семьи Ульяновых. 9 декабря здесь состоится презентация нового экспозиционного пространства. 10 декабря, в день рождения музея, юбиляра поздравят давние друзья, юные экскурсоводы музея семьи Ульяновых 21-й Ульяновской школы. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.